пригороде Фокино в аварию попала легковушка, которая перевозила корзину с утятами. Неподалеку от дома Шлино Toyota Fielder на полном ходу слетела в кювет и ударилась о дерево. Автомобилем управляла молодая женщина, жительница поселка Волчинец, которая получила достаточно серьезные травмы в результате ДТП, а вот ее домашняя птица не пострадала. Когда произошла авария, несколько утят вылетели из корзины и попытались бежать. Однако хозяйка авто, не осознавая серьезности травм, которые она получила в аварии, приняла активное участие в отлове птенцов. На подмогу пришли очевидцы, а позже подоспели и сотрудники госавтоинспекции. Удалось ли всех утят собрать, неизвестно, но птенцы живы и были готовы к дальнейшей транспортировке. А вот их хозяйку серьезными переломами увезли в карете скорой помощи. Автомобиль в результате ДТП получил внушительные механические повреждения, и сотрудникам ГИБДД предстоит еще выяснить причину автопроисшествия. Сейчас по факту аварии возбуждено административное расследование.